Болеть за нашу сборную будем всей страной, а пока также дружно отметим День России. 12 июня в Екатеринбурге пройдет большой городской праздник. Около 1000 певцов по традиции будут хором славить страну. Сейчас они пытаются спеться. Вылезли совхозы, лишь немного грустно, без тебя мне жить не... Все, пауза, поет солист, припев, поет припев, подхватывает снова хор, вьется дорога длинная, третий куплет. Как и в прошлые годы, в фестивале хоров примут участие несколько десятков коллективов. Это и любители, и профессионалы всех возрастов. Ведь в этом и есть цель массовой спевки – с помощью песни объединить разные поколения. Мероприятие пройдет в историческом сквере. Принять участие в нем приглашают всех горожан, ведь гости смогут подпевать хорам, подглядывая слова на мониторах. Праздничное караоке состоится при любой погоде. По опыту прошлых лет, во время фестиваля всегда идет дождь. Вот эта песня объединяет все. Ведь дело все в том, что здесь, понимаете, вот такого особого какого-то качества вряд ли стоит добиться. Просто здесь как бы идея массовости и охват вот единым таким порывом, чтобы все вместе пели.